будем настраивать, калибровать аппарат OSM-GO. Берем блок V2. Проба 45. Выставляем, чтобы наши значения были 45 градусов проба. А дальше первое значение измерение в децибелах, второе будет глубина, третье расстояние от начала пробы до дефекта. X-валу мы потом будем высчитывать, это откуда начинается сигнал, с середины. Это расстояние высчитывается, и потом, поэтому мы видим расстояние RA, то есть от самого начала пробы до дефекта. SA – это луч по диагонали, куда он бьет по дефекту, например. Да, вот если мы возьмем здесь, то DA – это будет глубина дефекта. Вот мы нашли дефект, глубина. RA – это будет расстояние от, например, мы здесь пробы, от точки до дефекта расстояния. Это глубина, дефект будет находиться. И SA – это будет луч, по которому он бьет, расстояние луча. Так, выставили. Дальше по настройкам пока все, потом пройдемся. Мы берем блок V2 и ищем максимальный сигнал. Первый сигнал будет 25 миллиметров, второй сигнал будет 100. Что мы делаем? Мы будем настраивать через AutoCall. Идем в AutoCall. Первый референс 20-25, второй референс будет у нас 100. Мы будем пробу держать на одном месте, и он будет первый сигнал 25, а второй сигнал с отражающей будет 50-50-100. Передвигаем гейт. Гейт передвигаем на первый сигнал. Поднимаем децибелы до 80% экрана. Дальше в настройках мы должны указать, что кнопки наши будут выполнять функцию 80% монитора. Мы заходим в настройки джойстика. Здесь мы можем указать функции, какие нам нужны. Freeze. Так, вот первая функция. Так, recall нам надо будет оставить. Вторая функция. Выставим 80%. Проверим. В данном случае идет сохранение. Нам нужно Андрюс, и снова я реке возвращаюсь, я буду на реке.